До конца года в республике завершат сразу несколько объектов строительства, реконструкции и реставрации. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Константин Мургоев. Совещание провел глава Сергей Миняйло. Собравшиеся детально рассмотрели каждый из объектов. Среди участников совещания и представители подрядных организаций. Руководитель региона в очередной раз обратил внимание, что срывов в реализации мероприятий в рамках нацпроектов и госпрограмм быть не должно. А с подрядчиками, которые не выполняют свои обязательства, установленные сроки, необходимо прекращать совместную работу и штрафовать их.